Все корочки. Николай Булкин, Виктор Кудесин и Преображенский, НТВ, Выборг, Ленинградская область. 43 человека на место. Нездоровый какой-то интерес. Да, главное тут самому. Да, это правда. Сейчас короткая реклама. Да, наш выпуск. Вы должны помочь и с теми, и с годами в Казани стартовал чемпионат Европы по дзюдо. От ожидания и ценности этих медалей Сергей Савин.